На базе физкультурно-спортивного комплекса «Динамо» прошел смотр-конкурс, на который собрались участники молодежных отрядов охраны правопорядка в составе 12 команд. Молодежь прибыла из различных учебных заведений области. Ребята имеют огромный потенциал для того, чтобы в дальнейшем служить милиции. Молодежные отряды охраны правопорядка Брестской области активно участвуют с сотрудниками органов внутренних дел по охране общественного порядка на улицах наших городов, а также участвуют в охране общественного порядка при проведении различных спортивных и массовых мероприятий. Конечно же, это потенциал. Многие из них в дальнейшем будут служить в органах внутренних дел, поэтому мы считаем, что именно здесь они видят реальную работу наших сотрудников и в дальнейшем будут служить в наших отделах. Сегодня в области около 700 молодежных отрядов, а количество бойцов равняется 15 тысячам. Многие ребята мотивированы на дальнейшую службу во внутренних органах. Они стараются доказать себе, что способны достигнуть неплохих результатов. Я служу в молодежном отряде охраны правопорядка «Алмаз» от Брестского государственного технического университета. Я участвую в этих соревнованиях, чтобы показать свой технический университет. Ну, например, как я готовился. Я занимался до этого стрельбой, имею второй разряд взрослый. Вот, я буду участвовать в соревнованиях по стрельбе, по гире и по подтягиваниям. Жду от этих соревнований, наверное, чего-то нового. Узнать, каково это участвовать с другими. Потому что это мои первые соревнования в плане СМОП. В первую очередь, это, наверное, наша выносливость, ведь без нее мы никуда. Здесь настроены соревнования на какие-то, может, даже нагрузки психологические. Ведь если мы будем без команды, мы не справимся. Мы единое. Каждый участник конкурса смог проявить себя в различных спортивных состязаниях. Челночный бег, толчок гири, перетягивание каната, отжимание от пола, а также пулевая стрельба из пневматического оружия. Кроме того, существовал специальный культурно-образовательный блок, который представлял собой участие в викторине на знание нормативно-правовых актов, который был построен в виде диалога с представителями МВД. Брестская область – одна из таких лидеров в продвижении этого движения. Вот, скажем так, у нас действительно есть уже молодежные отряды охраны правопорядка с традициями. Это МОП «Альфа» Баранжинского университета, МОП «Алмаз» технического университета, которые на протяжении уже многих лет занимаются передовые места не только в области, но и в республике. Очень здорово, что именно вот эти отряды охраны правопорядка действуют не только в городах, там, Пинск, Брест, Барановичи, крупных городах, но и на территории уже районных центров. Это здорово, я считаю, что это в данный момент, не знаю, показывает практика, что даже 2022 год показывает о том, что вот это движение набирает популярность. Все участники достойно боролись за победу в конкурсе, но по итогам состязаний первое место заняла команда «Альфа» из Барановичского государственного университета. На втором команда из Малорицкого аграрного колледжа. Третье место у команды БУК из Брестского государственного университета имени Пушкина.